Всем привет! У нас сегодня, по-моему, 8 апреля. Вот, и у нас сегодня вот такое солнышко. 9 градусов, в общем, в интернете. Сколько на улице, точно я не скажу. Вот, ну, в общем, потихоньку убираю. Вот здесь дорожки собрала весь мусор. Такой мусор нужный. В виде вот такой коры, щепы. Вот, это все у меня пойдет на грядки. Вот такой вот мусор я собираю. В общем, вот здесь собрала. Потихонечку, в общем, начала убирать. И все это у меня пойдет в грядки. Вот еще у нас снега очень много. Вот. В общем, здесь вот тоже много еще снега. Сейчас я буду здесь вот хочу все вот тут вот убрать. Вот, немножко начала потихоньку весь мусор убирать грабельками. Вот, у нас здесь, значит, чеснок. Вот, чеснок вот такой вот. Я в прошлом году его просто не выдергивала, вот эту грядочку. И вот он как у меня рос, так вот он и вылез. Я его специально оставила, у нас здесь короб стоял. Возле короба росло вот эта грядочка. Я всех грядок убрала, и то даже вот не весь, вон тоже это появляется. Есть Бима, как всегда, бегать мешается. Вот, ну, в общем, у нас вот этот чесночок пойдет на зелень. Вот, в общем, я иду в теплицу и хочу... Здесь у нас тоже чеснок посажен. Вот. Ну, вроде там он что-то выглядывает. Вроде немножко там что-то вот появилось. Вот. В общем, я иду в теплицу и хочу показать свою редисочку. Вот такая вот у нас редисочка вот выросла. Вот, зашло много. Я ее специально так посеяла. Думаю, лишнюю я потом продергаю и отдам этим... курочкам вместо травки на зелень. Вот, и в общем, сегодня я засунула сюда два, вот, по-моему, это перчики. Нет, это вот две помидорки и три перчика. Они у меня дома там что-то так плохо росли. Вот, и значит, здесь я сегодня, у нас было минус 4 на улице. Вот, я сегодня накрывала две пленки. Вот, одну пленку и вот вторую пленку. Ну вот, ничего, переночевали нормально. Вот здесь жарко. А тут я посеяла, значит, эти помидоры. В общем, я нашла в интернете, что можно еще не поздно посеять, значит, прям в теплице. Вот такие, даже не отапливаемую теплицу. В общем, ну вот я решила попробовать. Я посеяла. Вот позавчера, по-моему. Да, позавчера я посеяла. Вот смотрите, уже вылазит перчик. Да, вот он. Правильно я показываю? Вот, перчик уже у меня вылазит. И вроде как говорили, что это самое, вот эта рассада, в общем, догонит домашнюю, которая дома, потому что здесь очень жарко, много света, когда солнце, здесь целый день у меня солнце. Вот. В общем, я на ночь включала плитки. Вот этот сюда занесла, старенький кондиционер. Вот, и сейчас делаю теплые грядки. Вот я здесь все вытащила сюда, вот до сюда я вот до сюда я все уже сделала. Вот у меня остался кусочек. Я сюда собираю вот эту щепу разную, потом сюда навоз идет с этим с травой, сеном. Вот, и сверху землей насыпаю. Вот, и у нас, значит, здесь вот сейчас 26 градусов. В общем, вот 26 градусов. Вот. В общем, достаточно тепло. Ну, в 6 часов вечера уже будет холодно. Вот. Ну, в общем, на этом я хочу попрощаться. Так, это сняла короткое маленькое видео. Что у нас тут в огороде? Какая у нас температура? Вот и как у меня растет редисочка. Всем пока-пока.